Всем привет, ребят, мы с вами продолжаем играть в Арк и выживать на сервере Арк Нова X5. Small Tribe, где ограничение на Tribe 6 человек, здесь вас не будут рейдить толпой. Так что, ребята, если вы играете в маленькой компании, то очень рекомендую, сервак реально хороший. И на данный момент имеет самый высокий онлайн среди всех русских серверов. А если ты еще не подписан на канал, то обязательно подписывайся на канал, ставь лайк. И нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии выживания. А на сегодня у нас планы приручить Туса Теутиса, в простонародье Кракена, либо как его называют в Арке, Тусик. Но для начала, чтобы это сделать, нам нужно приручить акулу. Поэтому отправляемся на поиски. Так, нет, 90 нам не подойдет. Это какая? О, нет, 55 тоже не подойдет. Нам нужна хорошая акула, где-то 130 уровня или выше. У нее должно быть обязательно большое количество хп, чтобы она могла выдержать все удары Тусика, потому что Тусик, когда приручается, он очень сильно бьет. Доплыл уже до скал, где металл спавнится в большом количестве. Ну-ка, это какой? Во, 145 акула. Вот это мне уже нравится куда больше. Давайте, наверное... Ой, нет, не тот арбалет. Давайте начнем ее приручать. На всякий случай баллон одену. Так, а то мало ли вдруг забуду то, что у меня кислород заканчивается и задохнусь. Так, ну и в принципе акулы тут очень медленные. У меня плюс еще одеты ласты. И это мне дает очень большой бонус к скорости. И в принципе тут можно делать по той же тактике, как мы приручали трайков. Просто ходить по кругу, и акула просто не успевает вас догнать, укусить. И к тому же дикие акулы очень неповоротливые, поэтому можно просто с ней играть в карусель и спокойно ее настреливать наркотическими стрелами. Специально взял свой легендарный арбалет на 200 урона, чтобы можно было побыстрее ей набить оглушение. Так вот, по-моему, она уже от меня убегает. Хотя не оглушение, не так много еще. А вот, да, на меня заагрелся опять. Чуть-чуть отплываем. Продолжаем настреливать все так же. Ждем, когда она вырубится. И попутно оглядываемся по сторонам, чтобы никакая другая акула к нам не подплыла. Потому что в отличие от наземного мира, в подводном мире все намного более страшно. Водная живка на вас даже может агриться, если вы находитесь на большом расстоянии от нее. Так. А, стоп, она вроде уже... Блин, я походу лишнюю стрелу дал. Она уже спит. Да, она уже спит. Просто у нее поза такая неудачная получилась, что я даже не совсем понял, когда она уснула. Я ей, походу, только одну лишнюю стрелу дал, может быть, максимум две, это, конечно, эффективность нам собьет. Но я думаю, не критично, у нее и так нехило так хп. Может, в принципе, нормально приручиться. Нам самое главное, чтобы акула была хпшная. Она у нас будет приручаться на баранине примерно минут 20. Поэтому я лучше не буду тратить все это время и поплаваю еще по окрестностям. Надо найти еще акулу какую-нибудь, хотя бы одну или вообще по-хорошему двух. Если мы трех акул приручим, будет вообще шикарно. То есть одну мы положили. Так, нет, базики нам пока не нужны. Нужно найти еще какую-то одну акулу, или может быть даже двух. Их тоже приручить. Ну как, пока вырубите на приручение. Так, вот, 135-я. Неплохая. Так, может быть здесь... О, кстати, еще одна 135-я. А вот у этой хп, кстати, больше, чем у всех остальных. Хороший показатель. Давайте, наверное, с нее начну. Сейчас положим тогда вот этих еще двух акул. И можно будет слетать на бараньи луга. Ну, как слетать, блин, я птера на базе оставил. Я решил сюда на ластах добираться. Придется нам тогда сплавать еще на бараньи луга и баранины нарубить. На барани будем их приручать. Стамину восстановил. А то, когда под водой стамина заканчивается, акулы тебя начинают непроизвольно потихоньку догонять. А, ну вот этой акуле, видимо, уже совсем плохо. Она от меня убегает. Да? Убегает же? Сколько у тебя оглушения? Ну, в принципе, думаю, еще стрел 10, и она должна будет вырубиться. Я думаю, может быть, сегодня еще в серии успеем приручить Дункиостея. Это что-то типа акулы, но только по размерам чуть больше. И плюс Дункиостей, он может фармить металл под водой, прикиньте. То есть это такая большая жирная акула, которая имеет много веса, это во-первых, во-вторых, по ней проходит меньший урон. Так, все, эта акула уснула. Во-вторых, по ней проходит меньше урона, и она может фармить металл и кристаллы и камень под водой. То есть это типа анкила, только подводная. Давайте еще вот эту 135-ю акулу положим. И в принципе, я думаю, нам можно будет отправляться на бараньи луга за бараниной. Там еще какая-то акула лишняя загрелась. Неважно, сейчас эту вырубим. Черт, у меня вот плохое предчувствие, я слишком много плаваю под водой и вожусь с этими акулами. Что-то мне подсказывает, что мне может не хватить двух аквалангов.
Во, все шикарно. У него много оглушения, но уже уперлось просто. А нет, стоп, не уперлось. И на меня все еще загрено. Я думаю, у него уже много оглушения. Сколько уже? А, так все, она сейчас уже должна сама уснуть. О, все, уснула. Вот теперь можно будет, кстати, отправляться за бараниной. Очень жалко, что я забыл про птера. Надо было, конечно, птера с собой взять на присвисте и тут плавать. Так придется самому вплавь идти до бараньих лугов, это минут 5, наверное, займет. Добыл я баранину, правда, она у меня немного потухла, пока сюда плыл обратно. Но все равно там очень много баранин, на них не надо. Тут сервер X5, все это приручается очень просто. Думаю, тут даже, ну, штук 15 баранины на каждую акулу хватит, чтобы ее приручить. К тому же, пока я их тут плавал, оглушал, плюс еще за баранины туда-сюда плавал. Думаю, 20 минут как раз прошло, они уже наголодались достаточно. Чтобы сейчас просто сразу захавать всю баранину, которую я им даю, и приручиться. Так, давайте вот в эту акулку еще положим. Так, положили. О, первая уже проснулась. Уже с какой-то нейтральной акулой дерется. Ну, урон у нее явно больше. Плюс у нее еще от приручения статы выше. Короче, я думаю, что она на нейтрале сама справится. Не будем пока вмешиваться. Давайте второй, ой, уже третьей акуле положим баранину. Что-то мне кажется, что вот это вот самая косячная акула, потому что она как-то очень криво у меня приручалась. Она вот в такой неудачной позе встала, и я по ней стрелял, и, скорее всего, я ей дал лишние стрелы. Одну я точно ей лишнюю дал, может быть, даже две. Сейчас посмотрим по эффективности, как это у нас вышло. Так, вот уже начала есть, даже не пришлось наркотой покормить. Иногда приходится наркотой прокармливать, чтобы запустить процесс кормежки. Да, эффективность приручения вообще ужасная. Так, а что у нас с этой? Блин, это все еще не ест. Давайте прокормим наркоту. Иногда бывает, живка багается и сама не начинает есть. Иногда приходится прокармливать ей либо наркоту, либо наркобери какие-нибудь, чтобы запустить процесс жратвы. Потому что так она иногда может долго тупить. Хотя мне... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Задыхаемся, сука, акваланг. Хотя мне подсказывали то, что не всегда даже такая кормежка наркотой может помочь. Иногда просто живка, ну, сама все тупит. Ну, потому что игра такая. Ставим эту акулу на пассив. Сейчас одеваем седло. Она практически догрызла эту нейтральную акулу. Все там, наверное, в 1-2 укуса справимся. Все, в 2 укуса сожрали. 90 мегалодон был. И подплывем ко второй, посмотрим. Да ладно. Че за фигня? Почему? Почему она не приручается? Че она не... А, во! Начала есть баранину, наконец-то. Так. Ну, слушайте, кстати. Вот у этой акулы намного больше хп, чем у прирученной. Ну, то есть будет, когда он приручится. Давайте, наверное, отсюда седло возьмем сразу. И вот сейчас на эту акулу повесим. Вот эта акула мне куда больше нравится. У нее прям реально, у нее очень много статов хп прокнуло. Сейчас он, походу, приручится и вообще будет топовый. Да? Слушайте, охренеть, у нее хп. Это реально, это очень хорошая акула. Вот эта вот донышко, а вот это очень хорошая. Я, пожалуй, ее выберу. Эту на нейтрал пока поставлю. Давайте, наверное, кинем акулу здесь. Пускай тут они просто тусуются. Будем знать, что они тут. Это как запаска такая. А сами на вот этой топовой акуле поплывем на координаты примерно 20-30. Там находится залив. Там мы сможем добыть черный жемчуг. Черный жемчуг нам понадобится для того, чтобы приручить тусиков. Ну, по крайней мере, одного тусика точно хочу сегодня приручить. Может быть, если найду больше, то больше приручу. Кстати, я совсем забыл, что надо прокачивать эту акулу. Вот ввязался тут в небольшую драку. 4 на 1 это, конечно, жестко, но я справлюсь. У меня акула уже прирученная, урон у нее намного больше. ХП у нее больше, чем у обычных акул диких. Плюс еще седло поглощает очень нехило такой урон. Ну и давай, последний осталось. Самое главное сейчас прокачать акулу хотя бы до 7000 хп. Вот 7000 хп у акулы уже будет достаточно под серым седлом, чтобы можно было приручить тусика. Объясняю, для чего нужно качать именно хп, а не какие-то другие статы. Тусик очень своеобразно приручается, то есть надо к нему подплыть, он тебе хватает щупальца, наносит твоей живке большой, очень большой дамаг, и в этот момент его надо будет кормить. И, соответственно, самая главная задача, чтобы твоя живка выдержала весь этот урон. Ну, чуть позже увидеть, как это все будет происходить. Доплыл я кое-как до этого залива, акула все-таки очень медленное создание, это не манты, которые просто носятся, как угорелые под водой.
или какие-то дельфины. Акулы все-таки немного медлительные существа. Да, вот доплыл до залива, который 20 на 30 примерно находится по координатам. А сейчас объясню, почему именно нам сюда надо было заплыть. А все очень просто, я немного нуб, я Рагнарёк плохо знаю. Я не знаю, можно ли где-то собрать тут черный жемчуг руками, как это можно делать на аберрации. Поэтому я заплыл вот сюда, здесь у нас такой потопленный кораблик есть, и вот такие вот ракоскорпионы тут обитают. Сейчас наша задача их всех пережрать, потому что с них добывается черный жемчуг. Это что-то типа трилобитов, то есть с них падает все то же самое, что и падает с трилобитов, но только с каким-то шансом с них еще может упасть черный жемчуг. Вот, пожалуйста, 20 черного жемчуга с одной тушки упало, когда ее разбираешь. Так, акула загрелась. Блин, у меня и так мало хп. Да ладно, две акулы загрелось. Третья еще плывет. Надо было мне, конечно, получше отхилить акулу. Что-то как-то сюда опрометчиво заплыл. Они еще и мальчик-девочка, у них урон сниженный. Блин, она еще много кусает. Ладно, я думаю, что я смогу отстоять, не буду пытаться уплыть. Давайте просто сражаемся до последнего. У нас акула должна выдержать, она у нас нехиленькая. Ну, куда ты уплываешь-то? Ай, зараза. Ладно, она в любом случае на нас вернется. Она же загрена на нас. Просто почему-то решила свалить. Так, давайте еще вот этих ракоскорпионов поубиваем. Практически уже перегружено. Надо будет мясо повыкидывать и все лишнее. Вон, с них еще нефть добывается. Так что, ребята, кому нужна нефть? И кто не живет в пустыне, может тоже с них добывать. Они иногда выползают на берег. Но только будьте осторожны, они оглушают очень сильно. То есть, если они вас укусят на берегу, то вы практически, ну, процентов на 90 уснете. Догрызем эту акулу. Блин, что она такая жирная-то? Кстати, это вроде бы и не так больно. Но она очень толстая по хпшке. А, ну, 150 акулы, понятно. Можно было бы тогда сразу в этот залив лететь на самом деле и приручать здесь акул. Зря я на полпути решил приручать. Хотя с другой стороны... Не, слушайте, ребята, это вот вам очень хороший и полезный совет. Я поспешил и начал делать все неправильно. Вам нужно будет приручить сначала птера, набить баранины, положить эту баранину в птера, чтобы она там быстро не портилась, и потом лететь примерно на корды 20-30, примерно вот к этому заливу. Около залива реально обитает большое количество акул. Скорее всего, вы тут сможете найти какую-то 130-ю или чуть больше уровня и приручить ее. Вам не нужно будет делать всех этих бесполезных движений, которые делаю я. У вас будет уже и баранина в птере, вам не нужно будет отдельно плавать или лететь за этой бараниной. У вас уже все будет готово прямо здесь. То есть просто вырубайте акулу, даете ей баранину, ждете, когда она приручится. Не надо будет куда-то еще дополнительно плыть. Просто сразу же здесь набивайте черный жемчуг. Вам нужно будет, кстати, 100 жемчуга, ровно 100 жемчуга на приручение любого тусика. Будь 130-й, будь 150-й тусик. Просто 100 жемчуга, и вам этого хватит в две кормежки. Ну и, в принципе, если вы последуете именно такому моему совету, то вам не придется вот так вот страдать и много передвигаться на акуле. Это поможет вам очень сильно сэкономить время. И нет, это не у вас сообщение ВК, а у меня. Сорян, забыл выключить браузер. Ну а тем временем мы уже добыли 100 жемчуга, и этого нам точно хватит на приручение топового тусика. Сейчас мне предстоит отхавать акулу, чтобы у нее полностью восстановилось хп, и можно будет дальше плыть уже где у нас тусики водятся. Делим 100 черного жемчуга пополам, 50 в инвентарь, на нолик ставим. Доплыл я до координат примерно 45 на 0. Вот, пожалуйста, вам карта. Здесь есть такое небольшое ущелье. Это считается самым большим таким спауном тусиков, то есть здесь они спавнятся просто в безумно большом количестве, и шанс, что вы найдете хорошего по уровню тусотеутиса именно в этом месте, очень высок. И сразу вас предупреждаю, не опускайтесь слишком сильно глубоко, потому что у тусиков, так же как и у мозиков, у плезиков, есть свой потолок по глубине, то есть есть определенный уровень, выше которого они не всплывают. Так что держитесь на глубине примерно как я, и они на вас агриться не будут. Так, а это какой тусик? Во, кстати, 130-й тусик с пасхальной окраской. Вполне прикольно выглядит. Можно его попробовать приручить. На самом деле нету никакой разницы приручать 130-го тусика
либо 150-го, разница может быть лишь в их уроне, сколько они по вам будут бить. Если вы случайно смогли найти седло на акулу где-то, ну, хотя бы на 40-50 брони, то вам уже будет нечего бояться. Но так как я не смог найти, я плаваю с серым седлом. Сейчас надо его немного на себя загреть. И смотрите на глубину, чтобы глубина была достаточно для агро, иначе вы его не сможете покормить. Так, все, он меня схватил, сразу слезаем с седла. Кормим. Дай пропусти. Отплываем вверх. И фоллоуем акулу. Он атакует только ту цель, которую схватил. То есть все, что рядом с этой акулой, он не наносит никакого урона. Так что можно спокойно слезать сразу с живки, когда ее схватили в щупальке. И уплывать, если у вас нет арбалета. Если у вас есть арбалет, как у меня, допустим, то можете просто настреливать... Ой-ой-ой. Удильщик еще загрелся. То можете просто настреливать либо наркотическими, либо обычными стрелами. Разницы тут нету. У Тусика очень большой хп, вы ему все равно не сможете никак навредить. Эффективность от этого не сбивается. Просто настреливайте на безопасном расстоянии по Тусику, чтобы он свое агро переключил на вас и отпустил акулу. Кстати, я вот сейчас опять немного поторопился, надо было заранее зафоловить акулу и просвистеть этот пассив. Я забыл то, что я и не свистел пассив, как только она у меня приручилась, она оказалась на нейтрале и стала там немного бодаться с Тусиком. Ну ничего, сейчас надо ждать, когда Тусик проголодается. Прошло примерно 10-12 минут, я думаю, Тусик уже проголодался, сейчас опускаемся на глубину и будем пробовать его загреть. Объясняю, почему нужно опускаться именно на глубину. Потому что у Тусиков, я уже говорил, что есть свой определенный порог по высоте, выше которого они сами не поднимаются, даже если они загрены на кого-то. Но если вы на высоком пороге для Тусиков будете их пытаться приручить, то есть он вас схватит, там тыры-пыры, вы слезаете с живки, пытаетесь его покормить, то вы не сможете его покормить, вам будет писаться, что Тусик просто не хочет быть прирученным из-за того, что он находится слишком высоко от дна. Поэтому я вам рекомендую все-таки немного вот так вот опускаться на днище, чтобы где-то ближе ко дну он вас хватал, тогда вы 100% сможете его покормить. Так, кормим, все. И Тусатеутис у нас приручен. Все очень просто. Правда, из-за того, что он схватил акулу буквально в текстуры, акула немного в него тэпнула. Ну ничего, сейчас на фоллоу можно будет отодвинуть, я думаю, их. Или может быть он так сам выплывет. По статам, кстати, Тусик вполне неплохой такой получился. Ну, такой, среднячок. Среднячок. 20 тысяч хп, это считается средненьким. Урон считается средним примерно около 300, у этого меньше. Но не будем забывать, что это не 150-й Тусик, а 130-й Тусик. Мне он нужен для того, чтобы я мог сейчас убивать других Тусиков. То есть, если сейчас будут в этом ущелье еще какие-то другие Тусики маленького уровня, там 20-го, 30-го, 90-го, там 100-го уровня, неважно. На прирученном Тусике вы можете убивать даже 150-х Тусиков. Они вам много урона не смогут все равно нанести. Главное не бодаться с альфа-Тусиками. Вот они вас на таком Тусике... Ну, просто поимеют. Так что очень сильно не советую. А вот обычных нейтральных Тусиков вы всех сможете убивать любого уровня. Сейчас, в принципе, имея уже такого подводного кракена, я могу поплавать по этому ущелью, поубивать всех негодных Тусиков, подождать, пока заспанятся какие-то другие, там, 140-го, 145-го, там, 150-го левела, которые будут по статам, ну, скорее всего, уже лучше, чем вот эти Тусики, попробовать их приручить. Кстати, за убийство других Тусиков вам будет даваться черный жемчуг, так что не обязательно будет плавать, опять же, на те корды 20-30 в залив и бить этих ракоскорпионов. То есть вам достаточно тут будет убить, ну, Тусиков, наверное, 5-6, и у вас с них выпадет черный жемчуг. И этим же черным жемчугом вы сможете приручить новых Тусиков более высокого уровня, которые, опять же, здесь и обитают. Это очень удобно, здесь можно просто тоннами их томить. Они спаунятся очень быстро. Ну и вроде бы я сделал все, что я хотел показать, все, что сказать. Если ты новенький, то обязательно подписывайся на канал. Понравилось видео? Поставь лайк. И нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии выживания на сервере ArkNova Small Tribe. Кстати, совсем забыл сказать, ArkNova расширяется, и уже сегодня вечером она откроет 3 новые карты со Small Tribe'ами, где ограничение 6 человек в трайбе. Так что если ищешь сервер, где можно поиграть с друзьями, то заходи на ArkNova. Сейчас здесь самый большой онлайн среди всех русских серверов по арку. На этом у меня все, встретимся на ArkNova. Удачи! Шепчет, никого не жалей. Ангел, что на правом плече, заряжает море в огне. Кто считал себя лучше нас, только научились считать. Если музыка это транс, то моя отправится.